Какой замечательный вопрос. Как сказать на иврите «я хочу пересесть», разрешите, я пересяду? Это в автобусе часто хочется так сказать. Окей. И это тема, которую я называю следующим образом. Глаголы, которых не существует в иврите, и таких очень много. Дело в том, что пересесть, по сути, это встать и перейти в другое место, то есть сесть в другом месте. В таком случае в иврите мы просто скажем «перейти», «лавор». Если мы хотим сказать прям «пересесть», то как бы либо мы скажем «сесть в другом месте», «лашевет демаком ахер», либо «лавор демаком ахер». Если мы уже говорим про слово «лавор», «перейти», то это еще и переехать с квартиры на квартиру. Поэтому в иврите нету глагола «переезжать». Мы просто говорим «переходить квартиру». «Лавор дира». Соответственно, сам переезд подразумевает переезд, смена места жительства. На иврите будет «мавар дира». «Лавор дира», «мавар дира». Если хотите еще узнать, каких глаголов нет в иврите, и как все-таки мы должны использовать эти глаголы, которых нет, чем их заменять, то пишите в комментариях. С вами был Тимур. Всего доброго.